Так, добрый вечер, вечереет уже. Получается, это манжурцы. Третий, четвертый. Там дальше еще вот пятый есть. Так, сзади у меня все остались. Это третий тоже вот. Тут второй. Вот это академик. Мурчики. Так, это яблоньки, мельба и апортал матинский. Тут еще абрикосики Константиныча. Так, это у меня все подвойная вишня. Все будет прививаться. Так, это тоже вишня. Ну, это смородина, думаю, все поймут. Персик. Летом, кто видел видео, видели. Вот так упаковал. Там получается геотекстиль и пленка для кровельных работ, фасадных и кровельных работ, мембрана ветровлагозащитная. Еще один персик. Это у меня вот черешня спрятана. Это вторая прививка. Вот еще одна. Это ипуть. Это велка. Замотал, спрятал на всякий случай. Персик спрятанный. Персик укутанный. Так, это у меня тернослив. Тоже для перепрививки тех же самых персиков. Персики, это персики у меня белые, это не Константиныча персики, не хасанские. Так, сейчас дальше. Так, дальше. Это укутал черешню свою, велка, маточное дерево. Оставил два лидера. Дали 6 плодоножек. Будут цвести. Дай бог перезимует. Замотал, потому что это, так скажем, с магазина купленный в красивой упаковке. 4-й год дерево. Пытаюсь с него вот на перепрививках по логике, по методу Константиныча, наслоение по ментору, перепрививку. Вот то, что раньше показывал, оттуда я уже взял еще одну веточку, буду третий раз перепрививать. Дальше. Так, дальше. В теплице мы у меня персики, все, что не убрал на участок основной, упаковал вот так. Геотекстиль показывал. Это мембрана. Вот эта мембрана для кровельных работ АМ-ка. Именно АМ. Водонепроницаемо, но воздух передает. Вот геотекстиль. Геотекстиль. Трехсотка. Тоже вот персик спрятанный. Так, абрикосы крупноплодный. Второй. Крупноплодный. Третий. Четвертый. Академик. Дальше бай. Сихотуалинский. Артем. Так, тут тоже персик спрятанный. Тут крупноплодный пятый железово. Манжурцы. Так, вон там закутанный, там черешня. Черешня из косточки. Прошлый год весной тоже показывал. Ну, персики вот тоже спрятанные. Это сушилка для рыбы. Внимание не обращайте.